В фойе детской художественной школы расположена выставка работ юных художников. Посвящена она 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской атомной электростанции. Каждое художественное произведение неповторимо в своем роде и завораживает чувством близости темы атомной энергетики к авторам произведений. Тема для наших учеников – это очень близкая. Вот, и они очень с радостью откликаются и рисуют. Ну, во-первых, они живут в этом городе, они видят и строительство, как укра... преображается наш город с каждым годом. Все это у них на глазах, и поэтому они отображают это в своих работах. Естественно, как наш такой стратегический объект, самый важный, самый главный в нашем городе, они отображают атомную станцию. Есть какие-то более э, лирические темы, там, допустим, мое водохранилище, которое отображает все-таки пейзаж, э, которое отображает природу нашего города. Здесь можно выполнить, конечно, в технике акварели, гуаши, масли даже. Вот. А если это какая-то такая более строгая тема строительства э, домов, э, улиц наших, то, конечно, здесь можно использовать технику графики, гротажа, линогравюры, а либо это будет плакатная техника. Воспитанники школы активные участники всех городских художественных выставок и конкурсов изобразительного искусства как в Десногорске, так и за его пределами.